четверг истребитель Су-30СМ потерпел крушение в акватории Средиземного моря сразу после взлета с авиабазы Хмеймим, откуда направлялся на патрулирование прибрежной зоны. Оба пилота погибли. Предварительной причиной первой потери Су-30СМ в Сирии ведомстве назвали попадание птицы в один из двигателей. Установить точную причину ЧП предстоит специальной комиссии, которая изучит обломки самолета и его бортовой самописец. Первая информация о крушении Су-30СМ в Сирии появилась в социальных сетях, а позже она была подтверждена и Минобороны Российской Федерации. Там же уточнили, что причиной катастрофы боевого истребителя могла стать птица, попавшая в двигатель. Никакого огневого воздействия по самолету не было, подчеркнули ведомстве.